Бля, золото. 450 рублей за косарь. Ебать. Вот они. Конченые. Мы кого надо, так и не убили. Так, вот смотри, там мы были. Это получается вон туда. А, вон там еще есть лестница. Этих гусей надо убить. Денис, ты в лужу стоишь. Сейчас.
Что-то этот моб полюбил тебя. Мобы еще такие противные. А чтоб жизнь сказкой не казалась? Ну да, ну да. Джанди, здорово. Ой, эти паладины, с ними никакого ДПС нельзя показать. Воу! Что такое? Бля. Хорош, мне понравилось. Сильно ничего не скажешь. Это заклинание еще не готово. Далеко. Нужно подойти поближе.
Ебать. А теперь я выжил. Не, ну мы хотя бы босса убили. Появился. Да, я срулила. Ну, в главный склеп же как-то можно попасть. Я даже знаю как. Очень долго. Блять, так мы тут были. Блять, а где проход? Я после этого инста отойду. Мы, по сути, везде были, блядь.
мы что, всех убили, получается? Ну, нам нужна кровь невинных, просто чтобы осу активировать. А-а-а, ну так все, гуглить надо, где кровь невинных. Фильм 1992 года. Слоган этого фильма гласит: легендарный режиссер, который представил вам дом животных национального парка. Нет, дом животных национального Пасквирта, братья Блюз, американский оборотень в Лондоне, торговые места и прибытие в Америку представляет вам мрачный комедийный фильм ужасов о нежити. Мрачный комедийный фильм ужасов. Так это напоминает мне этот «Зловещих мертвецов». Эш Уильямс. Добывается с доктор Тиален Крастинов, Джандарис Баров и кровавая прислужница Киртонес. Первый отзыв об этом фильме. Хороший пример пародийного ужастика, в котором засветились такие легенды жанра, как Сэм Рэйми и так далее. То есть ты прям четко чувствовал чуйка у тебя, Слав. Я прям чуйка была на этого. Ты чё сказал, как? Зловещие мертвецы, ну. Да-да-да. Ну, Сэм Рэйми же снимал. Да. Так и говорят в отзыве, типа. Или такие легенды жанра, как Сэм Рэйми. Ну все, короче, я ливаю. Так, что у нас? Короче, в ГБ сейчас закину ткани. Вторая 250 уже. Короче, ткань, звездный рубин, две штуки. Субстанция нежити пригодится, нет? Думаю, да. Угу. Машку. Если вы без меня не будете регать очень много инстов, я буду благодарен. Я отойду минут на 15-20. Вернусь через 30. В общем, есть такая инфа, что якобы падает, точнее, получается за квест в Тернистой долине. Тринка. Компас Смотса. Ищу что-то особенное. И что он дает? Типа до 12 уклонения. В общем, я пошел этот квест делать. Мне
мне осталось всего лишь 59 тысяч. 49 тысяч. Да светит тебя ночь. Этот предмет могу использовать только я. Здравствуй, путник. Береги себя.
кто-то занят? Чем? Я вернулся. Если хотите, можем еще один инс сходить. Давайте попробуем. Если ты хочешь научиться полетам на уровне умельца, приезжай ко мне. Цена обучения 250 золотых. Да. А вот верховое животное 50 золотых. Три сотки, короче. Да и не сильно-сильно. Сижу, главное, жду, когда же Денис рякнет. Я тут отключил микрофон. А почему у меня дезертир висит? Ай, ёптель-моптель, у меня дезертир висит. Сколько там осталось? До 22 минуты. Ладно, это всех собрать. Да. Ну ладно, я пока пофарю. Я тоже. Что я про него забыла? Ну, по сути, нам около 20 уровней еще осталось. Самое жесткое впереди. Да нет, там наоборот вроде. Мне больше всего нравится. Мне очень нравилось проходить там квесты, когда был кто-то рядом сильный, кто тебе всех мобов убивал, и ты такая: так быстро уровень растет. Что это такое? Все. Я сейчас опять проеду свой начерт. Все. А тебе нужен символ молота правосудия? А символ? Сейчас гляну, какие у тебя профессии.
Нет, я смогу его сделать через чуть-чуть профессии. А вот символ трёпки нужен кому-то? Да, символ трёпки обязательный для Мишки танка. Ну, шикардос. Мне капелюшку остался, я начну их делать. Молот просудит, так-то он не очень. Мне не нужен. Ты сказал, что он тебе безумно нужен? Класс. Нет, он не очень нужен. Ну, на следующего тебе еще долго ждать. Можешь попробовать пойти квесты в Запределье поделать? Да, надо бы. У тебя вот манускрипта, я думаю, нету. Этой тотем-реликвии. Угу. Я сейчас хочу в этот Кинарис сбегать, попытаться. Колдец, я сролила бояшные вещи, типа 45 уровня, и продала их за одну колды, кто-то их купил. Много получается.
Так, Борейская, 68-го, да? Угу. Изи. Оказывается, есть лентяи, которые не хотят... Ой, да, не хотят фарни, даже самую простую траву и покупают ее. Конечно, есть, если голда есть. Мне просто кровь качала, и она мне уже нужна такая продать. Ой, ну началось. Сильный, сильный. Мы не сомневаемся. Кстати, мне еще 10 минут. И можем пойти куда-нибудь. Все равно друидам так удобно фармить траву. Взял себе рыбку, взял оленем и побежал. Классно быть друидом. Эй, не улетай без меня! Нет! Запрыгнул. Чё, на дирижат? Да. Гоблин рулес. А ты куда летишь? Этот. Волосвет. Надо прокачать проф. Я один раз запрыгнула на дирижабль, все было прям идеально. Но я запрыгнула в чужой машине, и машину спешили, и я упала в озеро. Ну, которое там большое море, возле Аргримар. Угу. Пришлось плыть обратно.
Еще бы цены не было, если бы на карте показывались все квесты. Может, да. Аддоны какие есть? Не, ну вы что-то уже загибаете. Скучно было бы играть. Верх кретинизма то, что я бегаю к одной траве, отбегаю от нее, и там рядышком, оказывается, еще одна есть. Приходится постоянно возвращаться. Ну, где-то через час у нас будут символы. Хотя бы начальный. Даже у тебя диск, даже бесполезный. Он тебе нужен. Что-то я запуталась, у кого лететь.
Что тебе нужно? Возвращайся с победой. Сила и честь. Табу. Табу.